Всех приветствую, я продолжаю проходить Just Cause 3. Всегда главный герой окажется возле крутой тачки. Эй, Рико, Громил и Тиравелло следят за твоей подружкой Даймой с самого полета на ракете. Быть беде, омбре. Давай встретимся у поинта Лаурино. Привезти что ли эту тачку в гараж? А да зачем, я все равно на этом говне не буду ездить. Эдж говно, но блин. Хочется, а кстати, далеко ли я нахожусь от гаража? Ну, нет, не так-то я далеко нахожусь от гаража. Тем более там это есть. Задание. Так. Гаражу, да. Гаражу. Ой, сюда! Сейчас ее разобью, уже не будет что вести гаражу. Это что, что в гараж? О, я, кстати, могу еще у людей машину воровать. И в гараж отвозить. Стриатор, эта тачка называется. Ясно. Этот грузовик послужит нашему делу. Слава революции! Viva la revolución! Гоню я эту тачку. Это Виндхант 4. Винд, ветер, хант, охотник. Привет. Что ли? Даже номер есть. Машина для революции. Не сомневаюсь, что она тебе пригодится, Рико. Так, что еще нужно думать такого? Какого такого? О, развалюха какая. Похоже на гольф 80-х годов, Volkswagen. Все равно я слишком пьян. Именем революции я реквизирую твою развалюху. Стрия Carrera G. Отлично. Теперь эту машину можно доставить куда пожелаешь. Так. Чтоб и у кого еще что-то угнать. Какая тачка шикарная. Похоже... Стоп, чувак! Похоже на, блин, как же... С коробкой на тачку... осторожно! На второй сука, заезжай! На тачку 60-х годов. Как же она называлась? Citroёn, может быть? Не, по-моему, Citroёn. Aston Martin. Mugello Raffinati Vitesse. Ну и название. О, отличная тачка, Рико. У нас все готово. Ждем твоих указаний. О, моток, стой! Стой, чувак! Моток, я хотел. О, может он на светофоре станет, а? А ну тачку отдай. Что я и забыл, что у меня есть ключ. За что? Что я сделал? Ничего ты не сделал, чувак. Мне просто понравился твой мод. Чем-то похож на восход. Стрия Джованни. Или Джованни. Неплохо. Отличный аппарат. Только скажи, и мы доставим тебе такой мотоцикл. Еще моток, слушай, проехал. О, какая шикарная тачка. Стой! Стой. Золотая. А как мне тачку взять, а?
ты делаешь? Так это Виндхан. Да. Но она злотического цвета. Рико, такая модель нам больше не нужна. Ясно. То есть то, что она другого цвета, это не важно. Так, чего у меня еще нет? Как думаешь? Да, не могут разъехаться на светофоре. О, мотороллер. Так передит, а скорость 52 км в час. Ты уже добыл такую модель Акуила. С коробкой осторожно, на второй заедай. Я его с тачкой выкидывал, он мне говорит, с коробкой осторожнее. Ты че уже смирился, что тачку у него забрали, просит быть с коробкой осторожнее. Кернер Серпентер. Так, наверное, змея. Отличная тачка, Рико. У нас все готово. Ждем твоих указаний. Все для революции. Чувак согласен, что для революции можно и остаться без тачки. Кернеру. Аутострад D700. Машина для революции. Не сомневаюсь, что она тебе пригодится, Рико. Я сейчас тут гора соберу. Автопарк. О, розовенькая такая машинка. Хочу ее. Хочу, Рико, хочу, хочу, хочу. Спаситель, спасибо. Мне тебе три взноса оставалось. Ну вот, классно. Кто не будет взносы платить? Тачку-то украли. Ой, какая же она неповоротливая. Это жесть. Ощущение, как будто я на танке. Такая неповоротливая. Стрия Джепардо 3С. Мне еще... Она еще по виду как гоночная. Не сомневаюсь, что она тебе пригодится. Поворачиваюсь совсем не гоночной машиной. Совсем. Я буду как будто на грузовике еду. Ну тут и физика у машины, ничего не стоит. Так, а есть у меня вот эта маленькая тачка? Эй, это же моя машина! Ногами полезно ходить, тетя. Стрекупиола. Теперь мы можем доставить это куда пожелаешь. О, москвич. Ну, вылетит. И шестерка. Не, скорее всего, ВАЗ-2101. Ой, тоже, какая же она неповоротная. Это что? Может, я колеса пробила? Это капец. Ну, как будто я на грузовике. Бля, ну тут и физика у тачек. Это капец. GTA в этом плане гораздо лучше. Estrella Infimo S. Теперь мы можем доставить это куда пожелаешь. Вот именно, что это. Эта машина. Это просто. Рико, спасибо. Бля, они что, вообще не умеют водить? Сбивают меня. Друг друга врезаются. Капец, тут боты тупые. Ой, рядом проехал, я упал. О, по-моему, такого у меня еще не было. Хочу. Все для революции. Какая модель у тебя уже есть, Рико? Ясно. Господи. Кажись, у меня уже все есть. Что мне еще нет, а?
О-о. А можно вот такую, а? О, вот это вроде пикапа, управляемость лучше, чем... С этим мы ничего сделать не можем, Рико. На прошлой неделе, поделив оружие и боеприпасы, начали раздавать вещи горожан. Я вылез, чувак, пересел на водителя и едет. Что это за миссия? Бензин кончился. Что? Что там хотят? Интересно прям. Какой классный дом. О, как я завидую людям, которые живут в таких местах. В таких домах с видом на такой прекрасный морской пейзаж, горы. Горы, это, правда, всегда опасное землетрясение, но... Эй, Рико! Даже... Не планировался. Ну, капец, тут тупые водители. Я вчера дал машину другу покататься, а он мне весь бензин выкатал. Может, ты используешь свой трос-выручалочку и выручишь меня? Угу. Ну, хорошо, выручу. Ага, чё бы нет. Вот эта тачка, по-моему, должна быть управляемой. Можно было бы просто попросить. Прошу тебя, отдай мне свою машину. Стоп. Так. Сюда и... сюда. А куда доставить-то? А-а-а. Бля, достались тут. С такими водителями, блядь, тупыми. Тут еще и физика дебильная, блин. Не знаю, мне надо на танк его доставлять, что ли. Да я в одну сторону еду, он в другую. Это... А, блядь, как же у меня горит от этого. От этой физики тут управление. Хорошо, что ехать недалеко, да? Скажу одну вещь. Быть крутым — тяжкий труд. Сигнальные ракеты? А где они? Сигнальные ракеты, вот что ли? Фух, ладно, пойду повыполняю задание. На пяти перков. Ить. Машинах. А что насчет лодок, а? Марио говорит, ты спец. Попробуй погонять. Покажи Медичи, что умеешь. Не люблю гонки. Ух, как я не люблю гонки. Я когда-то любил гонки, да. Только начал играть в компьютерные игры. Да, я люблю. Я буквально, у меня вот была Формула 1 на PlayStation 1. Точнее, Формула... Ну да, Формула 1 на PlayStation 1. Не помню какого года. Блин, я там все на всех тачках перекатал. На всех трассах по многу раз. Занимал там. Старался провести сезон так, чтобы только первые места были. Короче, фанател просто очень сильно по гонкам. А теперь я уже на них смотреть не могу. У меня так горит этих гонок. Неважно каких. На машинах, на катерах, на самолетах. Гонки просто бесят. Я знаю, что эти гонки меня тоже заключили, потому что управляемость катером очень дубовая. Вообще всем транспортом, всем. Ездящим, плавающим, летающим. Вот. Еле-еле вписался. Сбросить скорость. Я еще куда-то в сторону все время видит. Я не понимаю, почему. О, а как? А вот опять ведет в сторону. Почему?
понимаю, почему он идет в сторону все время. Что это за бред? Я поворачиваю вправо, меня влево. Причем ведет влево сильнее, чем я поворачиваю вправо. И чем я сильнее поворачиваю вправо, тем меня сильнее ведет влево. Это что за бред? Такого не должно быть просто. В нормальной игре с нормальной физикой такого быть не должно. Здесь лодка. Вообще весь транспорт сопротивляется моему управлению. Короче, как пройду тут раз, так пройду. А от нашей сиренка, ну пусть будет одна, значит. Я не могу с таким управлением бороться. У меня ощущение, что это управление заточено под геймпад. То есть ты стиком просто так вот держишь стик и управляешь. Да, наверное, стиком удобно. Но не на клаве, нет. Под клаву это управление не заточено. Разрабы и сделали косяк адаптации игры под ТК. Капец, как ты туда протиснулся? Не разъебашь лодку. Просираю! Четыре шестеренки. Достижение собирателя шестеренок. Не шестеренка, а шестерен. Так, который прыжок для катеров один. Закинуть их это снаряжение. Нитро для катеров. Где оно? Вот оно. Поплыву, наверное, вот сюда. Запретная зона. Немедленно покинь. Я правильно понял? Да, вроде. Территория. Будут неприятности. Да, я люблю неприятности. Правильно плыву? Ну да, вроде правильно. Thank you.
представляю, как укачивает, когда вот так вот, на какой скорости накачивает. Кальция, наверное, укачивает, хотя вот так вот подпили. Там внутренности, наверное, просто так разбалтывает. На советский МИ 24. Вот это возвращение у тебя вышло, сынок. Старые друзья, всюду хаос и разрушение. Ты сказал, что следишь за Даймой. Где она? Катается на катере и собирает сведения, которые считает ценными для дела повстанцев. Угу. Да, что-то насчет горящей техники над Кордо Дракон. Ты о чем? И расположенные там военные катера. Отличный полет, сынок, идеальный трехочковый. Спасибо, мистер. Соберись, Шелдон. Да, верно, так вот, там есть военные катера, и они на полной скорости несутся ей наперерез. О, военные катера. Что ж ты сразу не сказал? Не переживай, Рико, все под контролем. С ней твой приятель, Марио. Марио? Бесполезно. Тихо, как Марио. Марио? Он моряк. Так пофиг. Если он дебил, то то, что моряк, это не тому. Ё-моё, какой он здоровый. Я так верти. Как двухэтажный дом вообще. И газ, и ракеты. Тебе тоже оставлю.
Бля. Да сука, ну... Фу, как это пройти, блядь, если меня в ПВО сбивают? Так, где... Где та хуйня, которая меня сбивала, блядь? Я еще и убил. Жесть. Вот сучка, блядь. Надо, наверное, было и вертолетом сначала избавиться. Только когда я вот это слышал, что у меня кто-то сзади стрелял, надо было разворачиваться. Павел Фриго, звезда боевиков! Разворачиваться и мочи. Катер! Но мне бы не помешала помощь, фратре! Держись, я уже иду! Где только его, блядь, ёбаное, которое у меня... Не переживай, Рико, я тебе тоже оставлю! Как же он туго разворачивается, блядь, как же это бесит. Сука, вот это дубовое управление. Спасибо, что вызвался, Рико. Мы оказались в западне между минным полем и солдатами. Сможешь нас провести? А почему да вертолет был один? А мне больше за пушкой нравится. А вон и ПВО, блядь. Так, надо его. Ты, может, оно помнишь это дело? Сейчас я захвачу эту базу. Вот тут все, блядь. Не выходя с вертолета. Ну и... А, войти в катер. Так, стоп, может еще тут-то база? Захватить, вот вижу. Явно база. Еще одна застава, не выходя сверх, это... Ох, пожалуйста. О, там еще я видел бочку. Вон, цистерна. Еще одна база, вроде.
три территории очистил просто. Летай наверх. О, Рико, вот ты где. Произведена небольшая модификация транспорта. Установлен нитро. Осторожней с минами, Рико. Они от малейшего касания срабатывают. Я буду осторожен. А что вы тут делали вдвоем, кстати? Повстанцы говорят, что во время разведки Корда Дракон машины при приближении загорались. Очень любопытно. Получаю данные от информаторов. Скажет про Уик возле Корда Дракон. Ух! Ну и? Кто-то нас опередил, Дайма. Информатор мертв. Неудобно. Дайма! Да. Прискорбно. Нужно спешить. Следующий информатор тоже может быть в беде. Здесь мы тоже опоздали, Дайма. Черт! Если они нашли этого, боюсь, нас не обрадует и следующий. Следующий информатор не будет мертв. Догнал все это. Прокатившись на ракете, ты здорово Деравелла напугал. Какие проходы узкие. Пораживает, что военные оказали такое сопротивление на этом направлении. Словно бы Деравелла заранее знает, что мы собираемся делать. Может, ему кто-то доносит? О, бля! Дубовое управление и надо вот через эти мины пройти. Рико,
Я хочу остаться на катере. Ты отправляешься с нами. Ты привела больше друзей, чем мы договаривались, Дайма. Это так, ситуация изменилась, Аника. Она опаснее, чем я думала. Да, это я вижу. Дайма, ты познакомишь нас со своей... Я разговариваю с Даймой. Тео. Рико. А я Марио, брат. Я тебе не брат. Думаю, ты не понимаешь, насколько ценны твои сведения, Дайма. Почему ты так хочешь разозлить Деравелло? Хочу двойную оплату. Нет. Полуторную. Нет. А ты все такая же непробиваемая. Проклятие. Тео! Дайма, не высовывайся. Ладно. Ты, у тебя много пушек. Умеешь ими пользоваться? Будет интересно. Ой, бля. Защитите повстанцев. Как? Мне уже стреляют два. Ага. Кто еще, блядь, хочет? Я говорю, что это какой-то красный круг. Кто это стреляет? Я вот красный круг, это самолет, это что? Вертолет. Откуда прилетает? Ой, блядь, какой же он огромный. Бля, как же. И другие снова на высоте, а, Марио? Марио! Дайма, нужна помощь! Уходим, заносите его внутрь! Аника, в пещере я приведу его в порядок. Рико, я покажу дорогу. Ну, конечно. Сколько еще? Недалеко. Рико, а ты нигде не напортачил? Ты пока еще жив. Я всегда на тебя равнялся, Рико. С самого детства. Вот бы и сейчас чини ту машину. Нам было бы 17 лет. И никаких забот. Мне бы тоже этого хотелось, Марио. Ты помнишь, Рико? Чувак, я... Первый раз в ночи к костру, я счастлив. Сюда, Рико.
Осторожно. Держу. Что там видно? Внутреннее кровотечение, тяжелые повреждения. Дайма, работай над общением с людьми. Им можно доверять? Они не повстанцы, но у нас один враг. Не беспокойся, Тео и не таких вытаскивал. Надеюсь, ты права. Сообщай мне, как дела у Марио. Все. Говорит Дайма. Марио лучше не становится. Нужны медикаменты. Постарайся прибыть в бухту при первой возможности. Медикаменты. Где бы патроны достать? Так, сейчас я делаю небольшой перерывчик. Надо кое-что проверить, заодно глянуть. Нормально идет загнать. Сейчас я 43 минуты уже играю. А прям время прошло незаметно даже. Как будто не было этих 43 минут. Вот что такое! Игра, которая хорошо сделана, которая улетает. Как дела у Марио? О, он отдыхает. Редкая группа крови. И медикаментов не хватает. Без этого шансы на выживание статистически невелики. Знаешь, мы могли бы помочь твоему другу. Ладно. Назови цену, контрабандистка. Да ладно, всего лишь небольшая услуга. Почему-то мне кажется, что я пожалею. Ладно, слушай. Взгляни на этот танк. Что это за модификации? Повстанцы говорят, он может выдержать несколько попаданий из гранатомета. У меня есть гипотеза. Они смогли изменить химические связи Бавария. Стоп, чтобы спасибо. Его энергетическая спасибо, матрица Тео. Сцеплялась Тео иногда заносит. Тебе нужно знать одно. Эта штука стоит кучу денег. Танк? Нельзя уничтожить? Укради его. Вот и выясним. Ха! Что ж, я понимаю. Я достану тебе танк. А ты достань все, что нужно Марио. По рукам! Отправь мне координаты. И дает ему. Что это за манера такая дебильная? Я никогда не понимал, как... Да вот так показано. Кто-то плет в руку и дает ее пожать. Я бы сказал, чувак, у тебя все с головой в порядке? Марио, держись! Ни разу еще на самолете не выпал в этой игре. Я даже не знаю, как это сделать. Ну, как и ожидалось, управление на самолете такое же дурацкое, как и на всех транспортах. Это чисто под геймпад. Это мы еще посмотрим. Ой, да брось. Угнать хорошо охраняемый супертанк? Чего сложного-то? Да-да, это еще опаснее, чем мы предполагали. Блин, айпад.
Как у тебя дела, Рико? Приближаюсь к конвою. Хорошо. Танк должен быть где-то там. Активен щит. Ладно. И как же угнать эту штуку? Катушки не могут работать постоянно, им нужно остывать. Дождись, когда щит отключится, и у тебя будет немного времени на угон. Бля. Не, я не знаю, как это угнать. Как это угнать, бля? Подожди, когда щит отключится. А когда он отключится? Я с арбидашки стреляю. Похрену. Он что, едет так быстро? Так и пес. Ну не должен танк отключить. Как у тебя дела, Рико? Приближаюсь к конвою. Хорошо. Танк должен быть где-то там. О, кстати. Полагаю, люк не открыть, пока активен щит. Бля. Ладно. И как же угнать эту штуку? Катушки не могут работать постоянно. Им нужно остывать. Дождись, когда щит отключится, и у тебя будет немного времени на угон. You kidding me? Почему у них все колесные, я вот этого не понимаю. Когда противник на нем ехал, он ехал как танк со скоростью машины. Когда я на нем еду, он как черепаха плетется. Кто там меня хочет?
мужчинами связан с желанием доминировать Аника. В 2009-м проводился. Так, стоп, где эта хрень летающая? Надо его снять. Бля. Где эта кулика, блядь? Ладно. Я надеюсь, его собьют. Алло? Я что-то не могу выйти. Отлично. Теперь загоняй танк на катер. Осторожно. Загоняю танк на борт. Осторожно! Если катер затонет, сделка отменяется, Родригес. Фух! Странная миссия. Чуваку нужно переливание крови, этот угоняет танк. Что за бред? Сведения, полученные из Бавариевого танка, завораживают. Нужна помощь в научной работе. Приходи в бухту. Вижу там база. Люблю военные базы с собой разбирать. Покиньте территорию, или я буду вынужден стрелять на поражение. Подкрепление в мой сектор. В области обнаружен враг. Всем бойцам доложить обстановку. Отправка дополнительных сил одобрена. Подкрепление скоро будет у вас.
Ладно, отыщите его. Бам! Получай подарочек. Всем постам. Найти мятежника. Принять все необходимые меры. Где еще один сестер? Ай! Где же еще одна цистерна? Немедленно найдите мятежника. Не дайте ему сбежать. Ожидайте прибытия вертолетов. Вон она. Повторяю, ожидайте прибытия вертолетов. Начинаем поисковую операцию. Найти цель как можно скорее. Что у вас там происходит? Ответьте немедленно. Ого, тут сколько заданий, ты смотри. Надо бы их выполнять, что ли. Загонка такая. Смина, блин. А это еще что за погоня? Thank you.
Полетели. Нет, 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 нет. Ой, какой опасный участок. Ой, такой, блядь, опасный участок. Сучка. А я думаю, почему у меня от этих заданий горит на Винксилде? Почему я не могу идеально пройти трассу? Это тоже, это эти гонки сделаны под, заточены под геймпад. То есть, наверное, тому, кто, блядь, стиком, он сможет просто идеально залетать в эти кольца посередине красные. Но мне это очень сложно сделать без геймпада. Просто нереально. Я раньше никогда не думал. Так. Ну и. Если я не считаю. Непонятно. И почему только три шестеренки? Я делал все, что в моих возможностях. Почему три шестеренки, блин? А, бред. Управление баги, легкий транспорт, который должен носиться как не знаю кто. Он так откуда будет поворот, это жесть, и разгоняется медленно.
стрелять. Что за детектор транспорта? Ничего не понял. Отличное место для парковки. Может, с парашютом? Я хочу к бабушке. Как дела у Марио? С ним все хорошо. Рико, добей меня, добей. Все-таки он еще ребенок. Зато симпатичный. Как скажешь. О, Рико, очень интересно. Что тут делает Зино? О, он умник. Сказал, что у генерала работал над бавариевым оружием. Потрясающие результаты. Баварий внедрен в пластины брони. Дает неуязвимость к обычным снарядам, взрывам, огню. Все ясно. Что ж, да, неуязвимость, танки, после которой у меня танк дымил, когда его... Это хорошие новости. Многие из деталей для этого танка производятся на заводе неподалеку. Ясно. Дайма, давай проверим. Нет, слишком опасно. Тео может взломать их системы. Нет. Тео починит танк, а потом мы его продадим. Если у нас будет и болезнь, и лекарство, выручить можно больше. О, хочешь разработать новое оружие? В общем, решено. Мы втроем отправляемся на дело. Ясно. Мы устроим диверсию, ты разберешься с подкреплением, а потом вместе штурмуем фабрику. Отличный план. Нет, не трогай. Ах. Развлекайся, ненормальный. Капец, там этот чувак лежит при смерти, а эти танки угоняют, собираются фабрику штурмить, а тот уже умирает. Ой, да, ну и сюжет. Эй, Рико, когда будешь на месте, найдешь игрушку, которую мы для тебя оставили. Нам от тебя понадобится отвлекающий маневр. На тебе будут военные, которые отреагируют. Все ясно? Хочешь рассказать старому доброму Шелдону, что происходит? Ты многих людей заставляешь нервничать. Знаешь что-нибудь про клевые танки Дировелла, Шелдон? Да, конечно, дружище. Как думаешь, откуда они взялись? Из старого доброго агентства, конечно. Черная рука за них не кисло отвалила. Что такое черная рука? Наемники на Дировеллу работают. Серьезные ребята с прокуренными голосами. Танки у них с бавариевым щитом. Понимаешь, черная рука заключила сделку с Дировелла. Они получают часть добытого Баварии. Запутанную уже паутину мы сплели, амиго. Фабрика.
как все продвигается? Я здесь. Мы на подходе. Отвлеки их. Вот сейчас. Скромненько. Точно по графику. Посмотрим, что ты можешь, Рико. Уничтожь их. Готово. Все, он уже далеко. Я не понял, ну что? Туда вниз, что ли? На заводе. Будешь нашими глазами в небе. Бавариевый завод. Он чем занимается? Выделяет баварий из руды. Баварий получается чище. Его можно использовать в оружие. Только он чуть-чуть менее стабилен. Не будь в этой где снайпер. Именно в этой где. Есть немножко. Судя по следовому она слабая, с нее никак не попасть, я на расстоянии стрелял противника, ему пофигу. То есть такое ощущение, что у нее дальнейшее попадание метров 1000 может. А, ой, какие 1500. А, спасибо, Тео. Метров 500 попадания. Все тут умеют летать.
Давай повеселимся. Займись пультом управления. Ворота поднимутся. Твою довольную рожу даже отсюда видно. С чего вдруг довольную? Хватит уже, Родригес. Если военный завод, что-то как-то он слабо охраняется. Странно. Ну. Прикрой меня! Я начну загрузку файлов! Быстрее давай! От кого прикрывать? Черт! Еще фаервол! Тут серьезное шифрование. Придется еще повозиться. Рада, что тебе нравится, но мы тут долго не выдержим. У меня почти готово. Протокол чертовски крепкий. Да мне-то что? Шифрование куда лучше, чем я ожидал. Тео, мне... Все равно. Заканчивай уже. Я уже копирую данные. Еще чуть-чуть. Готово. Уходим. Новый план. В северном ангаре стоит вертолет. Дуйте туда, я вас прикрою. Мы наступаем, Рико! Прикрой нас! Вот они! Давайте двигаться вперед! Прикрой, Рико! Рико, прикрой нас! Бля, я же вот-то снайпер отсюда. Это главный завод. Мощный, но может легко захлебнуться. За короткое время навали побольше бавария, и все взлетит на воздух. Мы идем вперед, Рико! Прикрой нас! Что? Ха, у меня уже патроны кончаются на снайпера. А почему не бесконечные, кстати? Для таких снайперов, как я, должны быть бесконечные патроны. Сука, у меня уже нет патронов. Мы под огнем противника. Ты смотри за позом. О! Вот и патроны. Везет им. Рико, доставай свой крюк, цепляйся. Ладно, выводи нас, Тео. Прикрой, Рико. Бля. Рико, доставай свой крюк, цепляйся.
это, блядь? Свои. Да, да кто это, блядь? Дебилы дали мне снайпер, сука, блядь. Был бы мой РПГ у меня, я бы, сука, сейчас все поразносил бы. Долбоебы, сука, дали снайперку и защищай. Каким, блядь, хуйным защищать, сука, блядь. Этот пулемет и УЗИ только вблизи что-то могут. Снайперка только по пехоте и только когда стоишь. Прикрой, Рико! Опять прикрой, блядь, меня уже дали. А, есть одна идея, кстати. Прыгнуть вниз. Все чисто. Почти. Почти чисто. Тут... А, ясно. Под нами РПГ! Уничтожите их! Ты так говоришь, словно я первый раз это делаю. Так, готово. Разберись с ними, Рико! Главное не пропустить вертолет. Ё-моё, я у нас точно. Это хакер, а? Следи за словами, вот а то я забуду, что ты внизу и резко сяду. Так. Надо помнить, что это враг, и надо его... Неплохо, Рико. Неплохо. Ну, блядь. Да сука есть! Гонтон, блядь!
Блять, сука! Это катер, как он меня заебал! Спасибо, Рико. Мы выбрались. Мы передадим сведения Дайме. Береги себя. Сука, ну и дебильная миссия, это пиздец. Управлять нами, как марионеткой! Гнать нас к миражу, который считает... Информация с завода позволила собрать прототип. Возможно, он справится с танком, но нужны полевые испытания. Тео встретит тебя в указанной точке. Я останусь с Марио. Атакована цель. Всем бойцам собраться по координатам. Внимание всем постам! Восстановить контакт с целью! По синим водам Средиземного моря! Это будет шедевр, затмить который смогут только его создатели! Мы его потеряли. Возвращайтесь по местам. Фух. Сам собраться на точке. А бля, да откуда не лезет? Цель скрылась. Приказываю восстановить зрительный контакт.
станции. Немедленно направиться по этим координатам. Бля, да что за... это представление? Примите к сведению. К вам выслана поддержка с моря. Фу. У тебя не было шансов. Немедленно найдите мятежника. Не дайте ему сбежать. Найти цель как можно скорее. Принято. Отправляю подкрепление. Что будешь делать? Понять, что выбрал. Все уничтожил. Найти мятежника. Принять все необходимые меры. Я же все уничтожил. Цель покинула область. Ищите его. Цель скрылась. Приказываю восстановить зрительный контакт. О, он еще покажет. Ага. Прекращаем поиски. Вот цель что надо было область. Сделать. Всего лишь. А я уже не знаю, что тут делать. Возьму. Тик-тик-тик. Уже играю 1:40. Освобождать что ли тут районы? Вот, например, тут дофига района. Вот тут вот военобаза. Ё-моё, сколько там всего надо уничтожать. Хочу.
Так, надо где-то скинуть. Инстинкты, вычищены остатки сил МДР. Долой красных, слава синим. Сражайтесь и дальше, друзья. А где оружие? Что? А оружие где? Пидарит, блядь, а? Ну ты смотри. Заказал РПГ, сука, его нет. Вот что теперь делать? Ладно, попробую без РПГ. Это, конечно, будет самоубийство. Говорит штаб, к вам направляются корабли. Ах ты сука такая, а? О, мотор, похоже, запрокрыл. Где ты, пидор, сука? Отдайся вертолёт, пидорас. Внимание, вам направляются вертолеты поддержки. Так, надо сейчас ложку эту перепрограммировать, чтобы она сбивала только вражеские вертолеты, чтобы они не мешали мешать базу. Вот и все. Враги больше не так не будут. Да, блядь, они что, бесконечные? Ну, суки, убили все-таки, ну...
Показывайте, что у вас есть. Вот почему эта хула не хочет забираться на глубине? Пидорас, а? Так. Сука, так, отключи микро. Надо. Нужно, гражданин. Немедленно покиньте зону. Thank you.
начнем. Что ж, приступим.
поддержки с воздуха. Визуальный контакт потерян. Всем постам. Рассредоточиться и начать поиск. Отыщите его. Начинаем поисковую операцию. Найти цель как можно скорее. Ожидайте прибытия вертолетов. Повторяю, ожидайте прибытия вертолетов. Найдите мятежника. Не дайте ему сбежать. Внимание! Направляют танки к точке столкновения. Способны? Все по местам. Обнаружен враг. Всем бойцам направиться по этим координатам. Внимание всем постам. Восстановить контакт с целью. Эй, в чем дело, ребята? Цель скрылась. Приказываю восстановить зрительный контакт. Цель потеряна. Представление начинается. Всем свободным бойцам направиться по координатам. Повторяю, всем бойцам направиться по координатам. Всем постам. Найти мятежника. Принять все необходимые меры. Говорит центр. Ваш запрос получен. Подкрепление уже в пути. Примите к сведению. К вам выслана поддержка с моря. Визуальный контакт с целью.
кто-нибудь живой? Проклятие. Приветствую. Наш предусмотрительный лидер превратил Эспиубассу в военный полигон. Ожидайте регулярные испытания боеприпасов в ближайшее время. Наш лозунг — работа над собой. К этому мы относимся серьезно. Чего не скажешь о правах отдыхающих у нас знаменитостей. Вива Медичи! Ну что, на этом будем завершать.